дорогие наши друзья, а также просто зрители нашего YouTube-канала. Сегодня мы к вам пришли с очень трагической и печальной новостью. Многие из нас помнят, любят и знают российскую спортсменку Алину Кабаеву. Многие ходили на ее выступления и следили за ее личной жизнью. Сегодня один из интернет-журналов рано утром опубликовал у себя страшную новость, в которой говорится, что сегодня ночью в аварии погибла российская спортсменка Алина Кабаева. Мы были шокированы этим известием. Никто даже не мог подумать, что такая трагедия может случиться. На данный момент пока больше никаких новостей нету, и информации пока тоже нету. Ни друзья, ни знакомые Алины Кабаевой пока никак не комментируют эту новость. Мы следим за развитием этой трагедии, друзья. Мы как только что-то узнаем, сразу же сообщим об этом вам на нашем YouTube-канале. Является ли эта новость настоящей, либо это очередной фейк, еще предстоит разобраться. Давайте, друзья, в любом случае поддержим Алину Кабаеву. Мы хотим надеяться, что эта новость является простым фейком. Подпишитесь на наш канал, друзья. Следите за нашими новостями, чтобы завтра утром не пропустить новый выпуск, который мы приготовили для вас. До скорых встреч, дорогие друзья!